Привет, мои друзья. Бингос, спорт, токен, протокол. Сегодня мы рассматриваем, как проект Бингос решает насущные проблемы спортивных отраслей. Как он хочет объединить спортивные казуальные игры, ставки на спорт, соответственно, в одну платформу, и какие удобства он создаст при помощи решения проблем. Решение, где BitGoes будет придумывать эти проблемы, конечно же, будут решаться благодаря децентрализованной технологии, благодаря блокчейн-механизму игроки и получают много преимуществ без каких-либо факторов риска, где весь процесс становится прозрачным, а выплаты быстрыми и анонимными. Они исключают посреднические процессы через смарт-контракты и позволяют игрокам получать быстрые и безопасные бонусы во всей их деятельности в области спорта. Конечно же, все эти бонусы и операции обмена будут происходить при помощи токенов проекта, которые были успешно реализованы на ICO в полном объеме. То есть все выделенные токены были проданы в считанные недели. Они устраняют риск мошенничества, которое берут на себя букмекерские компании в традиционной спортивной индустрии. Преимущество это, то есть через платформу вы можете входить во все игровые системы, да? Смарт-контракт автоматически устраняет риск мошенничества при этом, да, предоставляя просто зарегистрировать один кошелек, а затем начать играть. Возможность использовать неограниченное количество средств через децентрализованную систему. Они снимают лимиты, суммы ставок для игроков через смарт-контракт. Система отслеживает финансовое состояние игроков, обеспечивает справедливость ставок и затем распределяет вознаграждение. Возможность получить мгновенную выплату, при этом игроки могут вывести свои награды в BitGoes в кратчайшие сроки. Игроки сами могут выбирать, как использовать данную награду. Для кого-то, конечно, хорошо, для кого-то может быть показаться отсутствие лимитов на ставки сложная тема, да, кто не может держать себя в руках, но таким, конечно, людям не место в таких проектах. Но те, кто умеет себя держать в руках, те, кто знает что-то о спорте, соответственно, данный проект будет очень кстати. А вот команда проекта, это Бен Харрис, генеральный директор и основатель, у него есть опыт в развитии бизнеса, особенно в мире спортивных игр. Он также является основателем и генеральным директором Tarcha Group Ltd, бывший брокер и инвестиционный консультант. Также изучить каждого члена команды можно. Команда серьезная, профессиональная, поэтому успех данного проекта гарантирован.